Итак, я всех приветствую, леджендами, дамы и господа, меня зовут Алекс, и добро пожаловать в очередное новое видео на сегодняшнее Virtual Salvation. Да, мы продолжаем, потому что я хочу быть в ней, и да, атомки, да, продолжаем, да. Те, кто ждал, продолжаем, все, всем приятного просмотра, погнали. Не буду это многословить особо, просто скажу, что я соскучился, да, угу. Здесь вы тоже. И пока Мати-сан отправился за теми докладами, о которых упоминал ранее, мы решили, что можно пока смотреть, пройтись по особняку. Тут также была игровая комната, которую, по словам Жан-сана, можно было использовать по своему усмотрению. Да, мне очень нравится этот мир. То есть такое это... Европа, Средневековье, но тут также присутствует киберпанк, то есть эти технологии, которые принес чужеземец, попавший, которого выбросил на этот остров. То есть очень интересный мир, интересные персонажи. Ой, ну персонажи вообще, да. Так что, да. Мне хочется сюда возвращаться вновь и вновь. И мне очень нравится Миса, да. Прям очень интересно за нее повествование выглядит. Лицезреть. Вовсе не испытывая желания отвлечься чем-то, я решила выйти ко входу особняка. И там стоял еще один из сегодняшних гостей. Иву-сан. А, да. Да. У нас пока все спокойно. Нужно полностью сфокусироваться на ночном патрулировании окрестностей. Однако, даже если кто-нибудь из вас заметит или же встретит подозрительную личность, не пытайтесь ее поймать, а немедленно свяжитесь либо со мной, либо с Адольфом. Хорошо? Как только у нас появятся свежие новости, я свяжусь с вами. А пока до связи. Выключив небольшое устройство в своей руке, он кладет его обратно в карман. Я... Приветствую вас, Миса-сан. Вы тоже решили подышать свежим воздухом? Радостно приветствую, он подходит ко мне. А, да, немного. Решил немного освежить мысли, так сказать. Простите, я вовсе не пыталась подслушивать. А, через коммуникатор вы связывались с отрядом линчевателей, да? Ну да. Адольф попросил меня связаться с ними и передать послание. Разумеется, на свежем воздухе сделать это очень кстати и удобно. Ну вон, да. Технологи. Значит, это и есть коммуникатор? Никогда в жизни даже не видела его. Это загадочное устройство, что позволяет разговаривать с людьми, находясь на большом расстоянии от них. Ну, то есть рация, по сути, да, коммуникатор, устройство связи... Ну, выглядит, конечно, дизайн прям, да. Микрофон вон. Если мне не изменяет память, то цвет индикатора меняется в зависимости от собеседника, да? В общем, в районе лишь отряду линчеватель дозволено пользоваться такими. И я также поначалу не знал, как работает это устройство даже. Кстати, да. Кстати говоря, помню, как Адольф с досадой как-то упоминал о том, что ему выдали такой выпущенный прямо из исследовательского института. Вспоминая эти деньки, Адольф также испытывал сложности в том, как работает это устройство вообще. Прохладный ветерок продолжал нежно обдувать наши лица. Затем, словно ожидая этого момента, Иву-сан заговорил. Еще раз. Позвольте выразить вам истинную благодарность за оказание помощи в том недавнем случае. Благодарю вас за такое искреннее восхищение той девицей. Да, там недавно был случай, это в богатом районе, то есть мы
ведем расследование, ищем палача. И там был случай с куртизанкой, которая пришла из общего района или из другого какого-то наживиться на богатых клиентах, так сказать, да, и нарвалась на королевскую стражу, которая в итоге оказалась хуже любого быдла и вот этого всего, да, что денег бы она не срубила, а ее поимели бы очень даже знатно. И в итоге мы благородно спасли эту девицу, узнали, что она уже релайвер, да. И, в общем, Миса там прониклась, помогла ей его Сану разрулить ту ситуацию, да. Познакомились с Матисаном, да, который сказал, что с Джаном они ведут свое собственное расследование, пытаются поймать палача. И вот сейчас мы как раз, да, в середине этого всего. Это я так для себя, на самом деле, больше вспомнил, ну и вам да, заодно поведал. Полагаю, что нам хоть и удалось и... Хоть нам и удалось бы прогнать королевскую стражу, но нам, грубиянам, мужланам, вряд ли удалось бы утешить ее девичье сердце. Она так и осталась бы опечаленной, упиваясь горем. А? А, нет, ведь я просто высказала, что на душе лежала по вашей же просьбе, по вашей же просьбе, Иву-сан. Так, язык соберись. А вообще, если так подумать, в этой девице ощущалась сила ее духа и красота ее тела. Ее макияж и прекрасно уложенные волосы. Эти вещи прекрасно доказывают, что она вкладывает много усилий в поддержание своей красоты, дабы добиваться своей цели и дальше. Ощущая и видя, как она пытается выживать, превозмогая такую непростую рутину, так воодушевляет меня изнутри. Вот как. Как я и предполагал. А? Вы... крайне добры ко всем окружающим, что крайне выделяется среди других персон. Находить привлекательность других без малейшей щепотки зависти. У вас необычайная чувствительность. Ну, типа у нее острое восприятие или реагирование на что-либо. Сентиментальность, да. Теперь я прекрасно понимаю, почему Адольф так ценит вас как свою сестрицу. И поэтому произносит его сан. Тепло улыбаясь. О! Шикарный арт. Ваша доброта не знает границ. И мне хотелось бы узнать вас получше. Могу ли я рассчитывать на это? Позволите ли вы мне узнать вас получше? И стать вашим другом. О, господи, милота. От исходящего тепла его руки я словно застыла на месте. Простое прикосновение ко мне обычно сулило лишь беду, что принесет с собой окружающее меня проклятие. И сейчас юноша, стоящий передо мной, лично соприкоснувшись со мной, что другие люди побоялись бы и скорее... сторонились бы этого, словно как в ту прекрасную ночь, когда его невозмутимые кончики пальцев окутали ту одинокую лилию. Вы сказали, хотите стать друзьями с Ивусаном, да? И вас вовсе не заботит тот факт, что факт тем, кем я на самом деле являюсь? А? Если вы имеете в виду вашу настоящую личность, то я как раз именно этим и заинтересовался. То есть это и привлекло меня, вас? Нет, я не об этом. Я говорю о проклятии Шинигами или же Бога Смерти. Вам ведь хорошо знакомы слухи, что неустанно нависают надо мной. Ведь я явно не та персона, которую стоит познавать и пытаться подружиться с ней тем более. У него нет никаких причин быть таким добрым и милым, обращаясь ко мне. И в довершение ко всему. И из-за этого проклятия вы чуть не погибли прошлым вечером, разве нет? Но, к счастью, благодаря Адольфу вы спаслись, и теперь с вами, благо, все в порядке.
Учитывая все вышесказанное вами, не думаю, что такое вообще может быть реальным. Ведь не было обнаружено никаких доказательств, что вчерашний взрыв произошел именно по вашей вине. Даже если бы это и было даже по вашей вине, меня не особо волновал бы сей факт. Я просто бы сказал, и что? Вот. Ну как бы, ну было и было, да. И что? После того, как Киву-сан сказал такое в весьма непринужденной манере, это лишь больше ошарашило меня. О, знакомая фраза. Неважно, жнец смерти ли вы, или же смертный простой, вам дана лишь одна жизнь. И видя, как вы на моих глазах изо всех сил пытаетесь жить, тогда, как и любое создание в этом мире, я обязан полюбить вас. Это момент из опенинга, ну или этого промо-ролика, короче, рекламный ролик, который я влюбился в эту игру с этого рекламного ролика, потом решил перевести этот ролик, чтобы люди хотя бы знали, что существует такая атомка. Да. Теперь она еще есть и на английском, и люди могут почитать сами, которые знают английский, да господи. Эта новелла просто реально... Атомка, она заслуживает реально перевод, прям. Я думаю, она стоит того вообще. То есть, офигенно, что они ее перевели. Молодцы. Вот. И поэтому, продолжает Ио-сан. Мне безразлично на тех, кто питает ненависть и неприязнь к вам. Я же без всяческих колебаний обязательно полюблю вас. Больше точек. Он правда произнес сейчас «полюблю»? Слова, что должны были быть излиты кому-то особенному в его жизни, были сказаны мне и в такой непринужденной манере. Не понимая, что он пытался донести мне этим, ощущая лишь вину и растерянность в душе. Однако тон голоса его и содержание слов наводили меня на мысль, что, скорее всего, в его словах и не было какого-либо глубокого смысла. И все же было ощущение, что ему стоит следить за тем, что он говорит, тем более для такого красивого юноши, как он. Да. В зависимости от того, к кому было обращено такое послание, эта фраза может быть неправильно истолкована. Через несколько мгновений его сан извиняюще опускает глаза, облегченно вздыхая. Давно осознавая, что вы продолжаете винить себя из-за этой маски. Но это вовсе не значит, что поднимать такой вопрос было здравой мыслью. Поэтому прошу прощения за напоминание о тех ужасных событиях. Нет, вам правда не стоит. Поэтому я больше не посмею напоминать о чем-то подобном. Вы можете быть спокойны за это. Но вы не можете. Ведь я сама желала поговорить с вами о тех ужасах прошлого, что с нами когда-то произошли. Ведь я все еще должна принести свои извинения. За то, что он спас нас тогда. Оглядываясь на прошлое в надежде что-то оттуда извлечь, я могу понять такой подход, но если же вы желаете просто вспомнить и пережить те страдания, то не вижу в них никакого смысла. Поэтому я предложил бы отложить этот разговор до особого дня, когда мы оба будем готовы вернуться к этому и готовы будем принять ответы друг друга. Важнее сейчас, какая девица вы сейчас? Я хочу узнать это и тем самым узнать вас получше. И, конечно же, я с удовольствием хотел бы также раскрыть перед вами того, кем я являюсь сейчас или теперь. Именно поэтому я... Итак, Миса, желаете ли вы стать моим дорогим другом? У Киеву не было ни намека на какую-либо озлобленность, скорее он был довольно беззаботным. Я должна решить.
Миллион точек или... ну да. Конечно, да. Так, дружба. Оу. Кстати, это... Когда вот экран вот так вот рябит, или эти искажения были, когда у нас последний Бэдэн был. То есть это, походу, к Бэдэнду ведет, да? Такое это... Небольшая поправочка. Ну, это бросается в глаза. А, да. Почему какие-либо слова отказа даже... почему-то какие-либо слова отказа даже не удосужились посетить мою голову в этот момент. Не успел я осознать, как моя рука уже потянулась, дабы пожать его. Крайне рад твоему доброму жесту. Надеюсь, теперь мы станем хорошими друзьями. Буду очень рад узнать тебя лучше. То есть мы на ты теперь, я думаю, да, раз мы друзья. А, да, мне тоже очень приятно. Иво-сан. Поскольку мы теперь друзья, нам больше нет нужды использовать сан в обращении друг к другу. Поэтому называй меня теперь просто Иво. А, да, да, тогда... Иво. Да? Что такое, Миса? Просто от того, что я назвала его просто по имени, вот так, Иву. Искренне и счастливо улыбнулся в ответ. Какая милота у нас тут началась, а? Ну, точнее, серия началась с милоты. И что же в итоге? Я так и не смогла извиниться за те события 7-летней давности. Не говоря уже о том, чтобы просто даже завести эту тему. Я крайне благодарна ему за то, что он не принуждает меня лишний раз окунаться в то прошлое. Каждый раз испытываю эту боль. Но мне все же не по себе от того, что я ощутила облегчение от этого. Мне нужно время, дабы мое сердце окрепло перед тем, как вновь предстать перед призраками прошлого и тем ужасным кошмаром. Придет время, и я обязательно искренне от всей души принесу свои извинения перед ним. Заодно мне также стоит и выразить ему благодарность за все. Но все же, что же он имел в виду, говоря, что должен обязательно полюбить меня? Иво поистине так загадочен, напомнив нашу встречу на полях тьмы лилий одиноких. Оставив его, попрощавшись с Иво, что решил еще немного прогуляться, я решила вернуться обратно в особняк. А? Яйкс! Это случилось сразу же, как наверху послышался звук открываемой двери. Я случайно столкнулась с Мати-саном, что выходила из своей комнаты с грудой бумаг на борту, и затем наблюдая, как эта гора обрушивается на пол, заполняя его различного рода бумагами. Простите. А, нет, это вы меня простите, что так неожиданно предстало перед вами. Прошу, позвольте мне помочь вам с этим. Опустившись на колени, стараясь ухватить разлетевшиеся бумажные лепестки, пока те не улетели еще дальше. При этом мельком поглядываю на бумаги, что я постепенно собирала. Эти бумаги... Значит, это и есть те доклады о действиях палача? Доклады... доклады давних лет, когда, где и сколько тел было найдено и в каком доме что произошло. Описаны даже составы семей, их деятельности и до нападения на палача. Невероятно и удивительно, подумал я про себя поначалу. Но потом я заметил, что не было никаких записей о вскрытии тела и результатах вскрытия вообще. Учитывая, что тела забирали Королевская гвардия, видимо, это и неудивительно, что здесь ничего нет. Извините. Мати-сан, что совместно со мной собирал материалы, слегка обмолвился, все еще прикрывая лицо собранной стопкой бумаг. Извините, но если вы вдруг нашли что-то несоответствующее или же неверное в собранных мной материалах, то не могли бы вы уточнить, что именно? Я сразу же внесу поправки. Ах нет, что вы, даже напротив. Весьма поражает, что вам удалось только выяснить самому. Содержание записи так подробно и просты, что даже такой необразованной девице, как мне, не составило труда прочитать все это. Как...
Какое же облегчение слышать это от вас. Ведь это для меня впервые, когда я показываю свои записи кому-то, кроме Жана. Слава богу, что они оказались приемлемы для чтения. Наконец он смог улыбнуться такой невинной милой улыбкой, что его так красит и очень-очень подходит ему. Так, милота продолжается там. Но все же, находясь рядом с кем-то, он всегда так сторонился, сторонится их, словно и вовсе боится и избегает людей. Хоть нам и поведали, что он с детства был таким, но все же, возможно, что-то случилось с ним в том же самом детстве. Пока я блуждал в мыслях своих. Прошу прощения, Мисо-сан. К моему удивлению, Мати-сан все же решился откликнуть меня. И из нашей беседы я услышал, что мы с вами почти ровесники. Не могли бы вы поведать мне, сколько вам сейчас приходится? Ну, пока я обычный человек, и мне приходится 18 лет. А ровесникам я буду приходиться скорее с Иусаном. Так значит, вы всего на год старше меня. Но вы ведь выглядите такой взрослой по сравнению со мной. Разве нет? А? Я правда так выгляжу? Боже, Мати-сан стал уже более привычнее беседе со мной. Как я и думал. Значит, вся разница в окружении и опыте общения с другими? Да. Я слышал о отряде линчевателей, но даже не думал, что в нем присутствуют девушки. Ну или молодые леди. Но между нами все же есть разница. В отличие от меня, вы занимаетесь благородным и полезным делом. Это просто потрясающе. А, вот как. Человеком, что не знает мою истинную личность, жнеца смерти, я все же, оказывается, могу неплохо вести светскую беседу. Но на душе становится не по себе от мысли, что по итогу я обманываю и лгу Мати-сану прямо сейчас. Поэтому, Мати-сан, вы не так все поняли. На самом деле я не состою в отряде линчевателей. Набравшись решимости, я излил Мати-сану правду о том, что я и есть тот самый жнец смерти. Затем в следующее мгновение лицо Мати-сана резко побледнело. Вновь обронив собранные листки, он судорожно попятился к стене. Да, верно. Это ведь вполне обычная реакция. Реакция, к которой я уже давно должна была привыкнуть. Но видеть, как человек, с которым ты всего минуту назад так мило общался, теперь попятившись с бледным видом стоял у стены, это опечаливало мою душу. Мне так жаль за то, что я весьма резко отреагировал на ваши слова. Произносит Мати-сан, вновь опустившись собирать бумаги, все еще опасаясь взглянуть на меня. По правде, я сначала испугался вашего признания. Но если говорить на чистоту, если вы поможете схватить палача, меня это все более чем устраивает. Хоть реакция его и была ожидаемой, однако ответ его меня все же удивил. Словно пытаясь скрыть свой испуг и страх, Мати-сан, криво улыбнувшись, продолжил.
Я никогда раньше не думал о себе как о грешнике, но теперь... Но поскольку единственное, о чем я теперь сожалею, это месть палачу за моего любимого брата. Поэтому, если вы пожелаете забрать мою душу, то позвольте сделать это после того, как моя месть будет исполнена. Да что вы такое говорите? Как этот юноша, что лишь не намного младше меня, почему в нем живет такая неутолимая решимость? Продолжая тяжело нести это бремя, ощущая лишь горечь и ненависть к палачу, чего лица он даже никогда не видел. Почему в душе этого милого и доброго юноши не осталось ни одного заветного желания, кроме как жестокой мести за своего любимого брата? Важнее сейчас, какая девица вы сейчас? Я хочу узнать это и тем самым узнать вас получше. Слова Ивусана внезапно всплыли в моем сознании. Да, верно. Все это время я лишь шла, опустив голову, заперев свою душу и сердце. Я никогда не пыталась открыться кому-то, кроме Адольфа и тех, кого я уже какое-то время знаю. Хоть я и осозналась Матисану в том, что я жнец смерти, но я даже не удосужилась объяснить ему, что именно это значит. Мои неосторожные и рваные слова жнеца смерти лишь омрачили его чистую душу. Тщательно поразмыслив, все осознав, я собрала ту немного решимость, что точилось во мне. Матисан, пожалуйста, послушайте, у меня вовсе нет никаких способностей причинять боль или же забирать жизни людей по своей прихоти, как вы ранее могли подумать, Матисан. Это значит, что я... Можете быть уверены, что я точно не собираюсь отнимать чью-то жизнь по своей прихоти. Может, мое объяснение вызвало лишь странные мысли в его голове? Но сейчас я могу объяснить все эти странности лишь таким образом. Но если вы все же боитесь и страшитесь моего проклятия, то можете поступить как вашей душе угодно и просто прогнать меня. А, возможно, мне уже стоит подумать о возвращении обратно в свой приют? Выдавив из себя улыбку впервые за долгое время и уже направившись к выходу из особняка... Подождите! В тот момент, когда я уже собирался направиться к выходу, ощутив крепкую хватку на своей руке и от сокрушительной боли замерев на месте. Уже вечереет, и скоро закат переменится непроглядной тьмой, поэтому вам не стоит уходить и блуждать по темным улицам в одиночку. Поэтому прошу вас, только не покидайте стены особняка. Ау! Это у нас сжимает так звук? С повышенным тоном Матисан продолжал лишь сильнее сжимать мою руку, Да, хорошо, я не стану покидать стены особняка, как вам будет угодно. Поэтому, извините, но не могли бы вы перестать так крепко сжимать мою руку? Мне очень жаль. Я просто испугался и в растерянности не желал отпускать вас туда. Мне ведь непозволительно было прикасаться к такой деве, как вы. Без вашего же согласия. Прошу простить меня за эту излишнюю грубость с моей стороны. Нет, что вы. Это ведь я стала причиной вашей растерянности и испуга в итоге. Слегка потирая свою освободившуюся руку. Похоже, несмотря на свою миловидную внешность, в мати Сани крылась невообразимая сила. Затем я приметила нечто другое. Если присмотреться, то можно было заметить, как что-то вроде клинка виднелось у одной из его ног. Возможно, он
проходят ежедневные тренировки, дабы насладиться своей местью. С другой же стороны, если взглянуть на Мати-сана, он, похоже, крайне сожалеет о всем сказанном и своих непреднамеренных действиях. Я готов покляться, что ни за что не стану выгонять вас из этого особняка, что бы ни случилось. Никто, кем бы он ни был, не заслуживает быть брошенным или же отвергнутым. Еще одна фраза из рекламного ролика. Мой брат учил меня этому с самого детства. И я также всегда ненавидел оставаться один. Крайне извинительной манере Мати-сан предельно глубоко опускает передо мной голову. Даже если вы ни в чем не повинны, прошу простить меня за мое ранее странное поведение. Обещаю, что больше такого не повторится. Поэтому прошу лишь о том, дабы... В общем, давайте вместе поймаем этого палача. Ощущая искренность и чистоту в глазах Мати-сана, пока тот с тревогой продолжал смотреть на меня. Да, с вашего позволения. Да, вздох облегчения изливается изнутри. Что же такое вдруг окутало меня? Не могу поверить, что продолжаю встречать столько добрых и приятных людей на своем пути. Не слишком ли избыток счастья и радости этой для того, кого называют жнецом смерти? Я чувствую, еще и аукнется ей за это. В итоге к вечеру мы наконец смогли просмотреть все записи прошлых лет, что так тщательно и старательно удалось собрать Мати-сану. Мы узнали, что палач нападает в основном на благообеспеченных господ из богатого района. Если это так, то наибольшему риску подвергаются купцы, что продают свои товары в местах общего использования. Адольф с Ивой вновь связались со своей группой и призвали их быть настороже. Походу, во всей нашей беседе солнце уже полностью село. Если вы, конечно, не возражаете, вы могли бы сегодня переночевать в нашем особняке. Благодаря доброте и милости Мати-сана нам было позволено остаться и переночевать в особняке. Другие, Аве. Как того требовал этикет, миссии, как молодой леди была предоставлена отдельная комната для ночлега, где она без особых усилий быстро уснула вроде. Сейчас же уже пробил 3:00 ночи. Учитывая, что проживал в этом особняке всего 2 персоны, другие же комнаты были в неприемлемом состоянии для посещения гостей. Поэтому юношам было предложено переместиться в гостиную и пробыть там. Давненько у нас не было таких вот ночевок, кроме как в ночном дозоре или в доме Адольфа, где мы могли выпить. Это как-то даже нервирует. Осталось лишь окунуться в детство и устроить битву или же метание подушками. Как думаете? Даже не думай об этом. Стоит нам задеть или же разбить здесь что-нибудь, то мы все окажемся по уши в долгах. К тому же, у тебя разве не были там сломаны кости, алло? Какого черта ты веселее всех нас остальных? Всех здесь. Даже если что-то и сломано, это вызывает скорее дискомфорт, чем острую боль. К тому же у меня всегда найдется пару ребер в запасе. Идиот. Я бы посмотрел, что ты сказал, если бы ты переломал все в итоге, и ни одного не осталось. Бака. О, развели тут спор, словно кучка малышни. Вам бы стоило поспать хоть немного, ребята. Вдыхая, буркнул Адольф. Затем, отвернувшись от Ивы и Хьюго, дабы они не увидели его выражение лица. Ива. Ива. Ума. Ты...
Что ты думаешь о Мисе? Ты ведь уже... заметил это, верно? Даже под покровом ночи, ночуя в чужом месте, Иву продолжал не снимать свою маску. Вопрос, адресованный Иву, прозвучал неожиданно, даже странно. Хьюго, что секунду назад валял дурака на пару с Иву, резко замолкает. Что же касается самого Иву? Его вовсе не волновало, что этот вопрос был задан именно ему. Мое мнение, она милая и доброй души девица, как ты мне и говорил. В отличие от меня, она крайне красивая. Когда это недопонимание с ее личиной в виде жнеца смерти разрешится, я уверен, что она будет лучезарно улыбаться и любима другими людьми. И, будучи ее другом, надеюсь помочь ей в достижении этого. Не обращая внимания на нависшую тишину в комнате, Иву лишь повысил тон своего беззаботного голоса. Вот как. Даже в такой ситуации твой нелепый и наивный ход мыслей поражает. И твое сострадание, как всегда, обнадеживает. Бормочет Адольф, все еще отвернувшись от этих двоих. Видимо, в этом и кроется сама причина. Пробормотав что-то себе под нос, откинув одеяло, Хьюго поднимается с дивана. Хьюго, куда это ты? Да, все равно так не уснуть. Поэтому пойду-ка подышу свежим воздухом, а вы пока можете укладываться на боковую. С неописуемыми чувствами внутри Хьюго выходит из особняка. Когда его спросили о прошлом месяце и слухах, что ее преследуют, он лишь... ответил, отмахнувшись. И вот Тони в мыслях не чувствовалось какой-то ненависти по отношению к ней, продолжая прокручивать наш разговор в мыслях. Зная его, он, вероятно, не беспокоился о том, что произошло. Видимо, в этом и кроется причина моего недовольства. И все же, сколько бы я об этом ни думал... Да что со мной не так? Я что, нянька ему в конце-то концов? Если его все так это устраивает, то и лезть, значит, в это не стоит мне. Когда Хьюго уже подумал возвращаться в особняк и готовиться ко сну, попутно переваривая эти дурные мысли, что продолжали давать ему покой, как вдруг... Хьюго сталкивается с Матисом, что, похоже, вышел на улицу с той же целью. Проветрить голову, мысли, да, освежиться перед сном. Учитывая, что он еще не был облачен в ночное белье, видимо, он не собирался пока спать в ближайшее время. Что привело вас сюда под покровом ночи? Ведь детишкам уже давно полагается спать. Я ведь совсем не ребенок. Я всего лишь на год младше Иву-сана. Ого, вот как вы теперь заговорили. Но, однако, пока не научитесь сами зарабатывать и не познаете реальный мир, не бывать вам взрослым. Пока Хьюго уже поглаживал его по голове, Матису совсем не понравилось, что с ним продолжали обращаться как с ребенком, даже после его слов. Хьюго был слегка удивлен, сразу же переменил свое отношение к юноше, что в течение дня слегка раздражал его своим заторможенным темпом речи. А, как по мне, это, наоборот, мило, что он это... Смущенность, да. Сами знаете, да. Миллион точек. Ну что вы за физиономию такую состроили? Неужели это вы переняли от своего старшего братца? Ну да. Ведь Джан всегда говорит, что я очень похож на него. Ого. Знаете, смотрю я сейчас на вас и прям вспоминаю о своих младших сестричках. Но с тех пор, как вся семья в итоге переродилась в релайверов, мои сестрицы полностью потеряли свой прежний шарм и привлекательность. Мне кажется, что раньше они были именно такими, как я вижу вас сейчас. Хьюго-сан. Значит, вы... уже стали релайвером?
Ну да. А что насчет вас? Я... Все еще... Нет, мне 17. И я все еще обычный человек. Жан также является все еще обычным человеком. Пока Хьюго с Майсом вели вполне себе непринужденную беседу, музыка затихла. А? В этот момент с крыши самого особняка. А? С безумной скоростью лезвие клинка обрушивается в самый низ. Перед их глазами мелькнуло бесшумное лезвие. Хотя, не совсем. И? Хьюго-сан! Что началось-то? Меч, что он рефлекторно успел обнажить, отражает кончик бесшумного клинка. Свежая плоть была задета. Не успев избежать клинка, и небольшая лужа крови слегка начала всплывать у сада семьи Клауд. Матис лицезрел прямо на обладателя тени, отразившейся в луже свежей крови. Оу. Ты... Ты же... Ведь именно ты тогда... При воспоминаниях, сулящей лишь отчаянность, ненависть, что обычно юноша держал при себе, бурным порывом выплескивается наружу. Личность юноши, что должен быть наивным и робким, окрашивается в совершенно иной образ. Ты заплатишь за смерть моего любимого брата! Матис придерживал в руках клинок, что готовил именно для такого дня. Услышав крики молодого господина о личности нападавших, Хьюго мог лишь громко щелкнуть языком. Черт! Да вы шутите, верно? Неужели нам удалось так быстро сорвать джекпот? Это все мы палача нашли? Точнее, он нас нашел, да? Но какого черта он тут забыл? Ведь последние случаи говорили о том, что в последнее время он промышляет в общем районе. Так значит, это палач, да, у нас? Угу. Только не говорите мне, что он, прознав, что на него объявили охоту, пришел лично разобраться с нами. Но сейчас явно не время робеть. Приоритетом здесь сейчас является защита Матисана, что явно не выстоит в схватке против такого противника. Но юноша, что нужно было защищать, действовал прямо противоположно моему решению. Ну, короче, да, ему сорвало крышу, да, от вида палача. Со скоростью, не соответствующей его мягкой и хрупкой фигуре, держа в руках свой кинжал, Матис ринулся прямо на нападавшего на нас. Напавшего на нас незнакомца. Ты что творишь, совсем что ли спятил? Он бака! Ля, красиво. Черт. И упал такой. Однако палач с легкостью отбивает его свирепую атаку, как казалось, и резким пинком отбрасывает назад. Матис! Паршиво пробормотал про себя Хьюго. Такими темпами мы так и не дождемся прибытия какой-либо помощи. В таком беззащитном состоянии палач мгновенно покончит с ним. А? Однако бесшумное лезвие палача переключается прямо на Хьюго. Ха, что за... Несмотря на облегчение от того, что Матис в безопасности, Хьюго все еще не мог отделаться от шока. Ту же секунду он появился прямо передо мной. Этот палач вообще человек? Или чертово чудовище? Эта метафора была здесь очень даже кстати. Хоть он и продолжал парировать удар за ударом, но эти удары были настолько молниеносны, что Хьюго даже не понимал, откуда они прилетают. На тем краем глаза замечая, как перевернутый Матис вновь пытается подняться на ноги. Ну, прекратите!
Почему в такой момент тут оказался кто-то еще? Услышь меня! Твой противник я! Слышь ты, палач, иди сюда! Он вновь выпаливает свой приговор возмездия. И затем... Палач полностью проигнорировал этот приговор. О! Неудивительно, что Матис был лишь еще более шокирован этим. Хладнокровный, беспощадный палач, терроризирующий богатые и другие районы, призванный убивать всех, кого только можно. И сейчас же он взял и проигнорировал шанс убить хозяина этого особняка, Матиса. Клауда. Вместо этого именно Хьюго, что продолжал сопротивляться, был избран на убийство во имя интересов палача. Черт. Ладно, хоть радуюсь, что Матису теперь не угрожает опасность. Они там услышат, нет? Ага, вроде услышали. Этого оказалось вполне достаточно, дабы выиграть время. Черт! Хьюго! Хьюго! Пригнись, если не хочешь лишиться башки! Входная дверь особняка с ударом распахивается, оттуда вылетает ваза, что можно было удержать в одной руке. Прямое попадание в голову мгновенно убило бы нападавшего, но он успел среагировать и нанести удар по вазе, пока та летела в него на бешеной скорости. Тем временем его с Адольфом уже стояли по обе стороны от пострадавшего Хьюга. Какой эпик-то, а? Начался. Хьюга, ты не ранен? Ничего серьезного. Но слегка потрепало, конечно. Значит, это и есть тот самый палач, да? Похоже на то. Вам стоит взглянуть на Матиса, что продолжает испепелять его своим налитым кровью взглядом. Видев, как Матис, тяжело дыша, продолжал ползти, чтобы подобрать свой клинок, которым собирался убить палача, Адольф сразу же сообразил план. Было бы крайне паршиво дать ему разгуляться на полную. Миса! Жан! А, да. Миса-сан, прошу вас, позаботьтесь о юном господине. Миса с Жаном выбегает на улицу. Жан, сразу же подбежав к раненому Хьюго, протягивает ему свое плечо. Я же, подбежав к Матисану, старался удержать его, дабы не дать ему пошевелиться. Что ты делаешь? Слезь! Немедленно слезь с меня! Разве ты не видишь, что убийца моего брата прямо здесь, прямо перед нами? Да, я прекрасно это осознаю, но не стоит лезть на рожон. Палач, взглянув на нас двоих, решил взглянуть на нас двоих и словно мгновенно исчез со сцены. Точнее, его скорость казалась мне немыслимой, что казалось, что он просто испарился на наших глазах. Нельзя позволить ему уйти! Отправляемся за ним догонку Иву! Да. Миса, позаботься о Хьюго и о Матисе. Да. Дабы преследовать палача, двое покидают окрестности особняка. В силах лишь молиться о их безопасности, я пытаюсь сопроводить Матиса обратно в особняк. Перестаньте! Матису силой удается вырваться и оттолкнуть, повалив меня на землю. Я не позволю тебе так просто сбежать. Ни за что! Подхватив на ходу свой кинжал, он отправляется вдогонку за Иву и Адольфом. Юный господин! Постойте, Матисан! Черт, этому мелкому засранцу все же удалось сбежать. Жан, не беспокойся обо мне. Скорее отправляйся за юным господином, пока он не натворил новых глупостей. Да, я так и...
дорога, по которой скрылся Матис. Другими словами, ворота особняка резко распахнулись без всякого предупреждения, и через них хлынула толпа людей. Эй, Клоусон! Из-за чего весь сыр-бор вообще на ночь глядя? Я видел, как всего несколько минут назад отсюда выбежали вооруженные люди. Вы можете объяснить ситуацию здесь, а? Ну вот этого тут не хватало, конечно. Визит горожан в самое неподходящее для этого время. Жанна тут же окружила толпа людей, услышавшие ночной переполох. Джонсон. Мистер Сан, прошу прощения, но не могли бы вы отправиться за юным господином вместо меня? Верно, нельзя терять время. Я теперь единственный, кто может сейчас последовать за ними. Хорошо. Предоставьте это мне. По просьбе Жан Сана мне пришлось отправиться в погоню, дабы успеть догнать и остановить Матисана до того, как он натворит дел. Пробираясь через толпу людей под покровом ночи, я неслась через кварталы богатого района. А ночка только началась, да? После разбушевавшейся погони Адольфу и Иву все же удается загнать палача в тупик. Наконец-то догнали таки. Знаешь, в отличие от нас, он даже нисколько не запыхался. Полагаясь на слухи об его искусности, Адольф, не теряя бдительности, тут же обнажает свой меч, направляя его на палача. Вопрос. Был ли ты также причастен к недавним убийствам в общем районе? Их противник, не отвечая, лишь молча продолжал держать свое оружие наготове. Значит, его оружие это алебарда, причем довольно-таки громоздкое. Но тот факт, что этим оружием он прикончил всех жителей и королевскую гвардию, это крайне паршиво. Стоит нам слегка ослабить бдительность, и мы покойники. Поэтому будь начеку, Иву, и не своди с него глазу, ни на секунду. Да. Хоть я и не являюсь сторонником насилия. Иву, тяжело вздохнув, также обнажает свой тонкий клинок, блеснувший своим острием, прорезая мрак сгустившейся ночи. Твоя добродушие даже перед лицом такого противника не перестает поражать. Знаю я, хоть мне это и не по душе, но я обязан сражаться. Единственное, что мне интересно было бы услышать от него, так это его мотивы. Но, к моему превеликому сожалению, судя по нему, у нас явно не выйдет просто взять и завести диалог. Ситуация явно того не позволяет. Стоит нам упустить шансы, и это также умножит число будущих жертв, поэтому... После основательного избиения и его поимки, мы вполне себе можем подробно спросить его о его личности и мотивах, верно? Его сочувствием своей улыбки преподносит это в сторону палача. Не стоит переживать. Неважно, что скрывается в твоих мотивах, мы не станем просто заранее обвинять тебя. Мы дадим тебе время, чтобы выслушать твою версию истории. Взамен я попросил бы после этого принести извинения перед могилами людей, что ты так бесстрастно излинчевал. И прошу также извиниться перед тем юношей, что ты видел ранее. Проявление чрезмерной доброты стало сигналом того, что битва вот-вот начнется. Ну погнали! Сухой лязг и клинков постоянным эхом разносится по пустынному переулку. Разящий удар длинного меча, колющий удар тонкого клинка. Палач же, парируя каждый их замах, умудрялся успевать обрушивать взмах своей огромной алебарды прямо на них. Расстояние между мечами и алебардой сильно различалось. Загнав палача в такой тесный переулок, тем самым Иву с Адольфом приобрели для себя подавляющее преимущество. По крайней мере, так они думали. Однако, это ничего не поменяло, если у вас... ничего не изменит, если у вас не получится приблизиться к нему на близком расстоянии.
А, прошу прощения, если я вдруг его задел и разозлил из-за сказанных мною слов ранее. Не переживай. Я полностью согласен с этими словами. Их легкий обмен помог снять напряжение, что они испытывали в порыве схватки. Как бы свирепо они не атаковали вместе, все атаки Иву и с Адольфом с легкостью парировались и возвращались в двойном экземпляре. Черт! Что у него за движения такие? Разве обычный человек способен так быстро двигаться? Считается, что алебарда весьма тяжелое оружие и никогда не служило для натиска из непрерывных атак. Но все же. Время, необходимое для повторного замаха алебарды, что обычно занимает несколько секунд, сейчас выглядело поистине молниеносным и было скорее близко к нулю. Как я и подозревал ранее. Он вовсе не человек, а чудовище. Но... Ты ведь тоже это заметил, да, Иву? Разумеется. Будь этот палач серьезен, он уже с легкостью покрошил бы нас на ломтики. Несмотря на поразительное мастерство, нападавший на них палач по каким-то причинам все еще сдерживался. Что же касается ран, которые они получили, все они весьма обильно кровоточили, но ни одна из них не была смертельной. Тогда почему лишь на Хьюго он напал с полным намерением его прикончить? Но сейчас явно не время размышлять об этом. Ио аж вздрогнул, лицезрея, как палач, опустившийся еще сильнее, взмахнул своей алебардой. Адольф! Снизу или сверху? Снизу! Ладно, так и быть. У тебя интуиция явно получше моей будет. В одно мгновение они в унисон подпрыгивают вверх. Мгновение спустя смертоносный клинок алебарды на молниеносной скорости пронесся над тем местом, где мгновение назад стояли их лодыжки. Приземлившись, они синхронно взглотнули. Он явно не собирался их убивать, но у палача были все намерения обездвижить их и просто сбежать. Их тела ныли от кровоточащих ран, и сил уже почти не осталось. Напротив, палач был абсолютно невредим, продолжая размахивать своим огромным массивным оружием без единого вздоха. Нам не победить. В тот момент, когда эти слова только пришли им на ум... Нашел! Нашел! И вот как раз в самый неподходящий момент появляется наш Мститель. Не позволю. Не позволю. Ни за что не позволю. Ты от меня больше не скроешься. Теряв свои милые юношеские черты, Матис ревел от ярости. Почему? Почему из всех людей тогда? Почему ты сделал это с моим братом? Почему? Ты убил его. Остановись, Матис! Теперь ты умрешь, испытав все муки этого проклятого мира! Порывы своей ярости при достижении Адольфа прошли мимо ушей Матиса, и он ринулся прямо на палача, крепко сжимая свой кинжал. Кинжал, что он так берег и хранил именно для этого случая, пролетает между Иву и Адольфом, и затем уже направляется к своей цели. Должно быть, это всего лишь сработал рефлекс палача в тот момент. Обнажив свою алебарду, он молниеносно отбивает клинок. Отбивает? И вот клинок отрикошечивает в том же самом направлении, откуда и прилетел. А? Отраженный клинок. Несся прямо на Матиса. Приближаясь, дабы вонзиться ему уже прямо в лоб. Матисан! Ща расплачусь. И вот, прямо на грани. Вы серьезно еще вставили сюда эту мелодию? Чертовы разрабы. Ненавижу вас. Тело Матиса было придавлено сзади, и лезвие смертоносного клинка прошло прямо над ними.
Человеком, который совершил настолько отчаянный шаг и в итоге спас жизнь Матиса, был... Была девица, что все называют мрачным жнецом. Неожиданно для всех спаситель тут же охлаждает мысли Матиса, обезумевшего от мести. Почему ты здесь? Кусай, какой шикарный арт. Все, я плачу. Встаньте. Буду плакать дальше после этой серии. Шикарная серия. Я так волновалась. И ведь мы дали друг другу обещание. Обещание. Не сразу осознав, но Миса поняла, что бросилась в очень жаркий и опасный момент схватки. Представляя, что этот клинок едва не проткнул ее, Миса сразу же побледнела, и тело ее даже слегка начало подрагивать. И причина, по которой она ворвалась, чтобы спасти Матиса. Ранее вы сказали... Ваши слова гласили, это верно? Что отныне мы будем преследовать и ловить палача вместе? Тот факт, что кто-то попросил меня о помощи, стал для меня чем-то особенным. Это стало так важно для меня, и в то же время я была так счастлива услышать это от вас. Не желаю, чтобы вы погибли в одиночестве в каком-нибудь забытом богом месте из-за того, что я не смогла прийти к вам на помощь. Прежний гнев и порыв тут же начали угасать и таять в глазах Матиса. И рядом с ним медленно начало что-то опадать. Это было... Словно золотые нити начали опадать на землю. Звук, рассыпанный по ночному переулку пряди волос Мисы. Клинок, полетевший над их головами, что в итоге забрал несколько прядей ее волос вместо жизни Матиса. Момент этого сияния, переливающегося в свете прекрасной луны. Это палач там это? Палач, впервые проявив некие признаки волнения, перестал двигаться. Палач что-то знает. Кстати, вон лилии там растут, переулки прямо. Темные. Вновь оглянувшись на нас, палач медленно начал отступать назад. А тем быстрыми движениями, отскакивая от возвышающихся стен, палач исчезает во тьме густой ночи. Ассасин Крид там, да, пошел? Стоп тебя! И вот в переулке воцаряется тишина. Пропитанные кровью, наконец-то освободившись от давления неугасаемого давления алебарды, да, они одновременно рушатся на колени. До самого его исчезновения я считал его чудовищем. И все эти прыжки по стенам разве что в каких-нибудь книгах встретишь. Я едва ли мог отражать его удары, не говоря уже о том, чтобы самому нанести удар. И такое нечто промышляет в нашей стране. Адольф, Иву, вы все в крови. Насколько серьезны ваши раны? Не переживай. Раны вовсе не глубокие. О нас можешь не беспокоиться. Лучше позаботься о Матисе. Да. Ну что, господа, давайте на этой прекрасной ноте. Господи, какая эпичная серия. Милая и эпичная серия. И вот это ворвалась Миса. И, господи... Все. Плачем все вместе, надеюсь, да? Не знаю, как вы, а я, да. Тронула меня это сердечко, это... Сцена. Все еще с опущенным взглядом Матисан в отсмене продолжал сидеть на земле. Так, господа, все, давайте. На этом мы заканчиваем на этой прекрасной ноте. Да, надеюсь, вам понравилось, да? Спасибо вам за просмотр. Увидимся. Не теряйте, не скучайте, да? Bye-bye, на ноут, скорее сама. Аригато гузаймасу.